Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Вы просили меня показать джунгли при свете дня. Показываю вам джунгли при свете дня. Но тема сегодняшнего видео — это, конечно же, другие джунгли. Это крипто-джунгли. Поэтому давайте начинать смотреть, что произошло у нас с биточком. Итак, биток у нас с вами таки отскочил, удержал сетку EMA Ribbon на 4 часах, о чем мы с вами говорили вчера. И пошел дальше. В момент вчерашнего стрима на втором канале у нас был стрим. Кто, кстати, не видел, кто до сих пор по какой-то причине не подписан на наш второй канал, советую вам срочно исправить эту ошибку. Вот у нас прошел криптогон прямой эфириум при поддержке MS, CryptoDead, Rambo и Gosha Index Rate. Сумасшедший просто был эфир, огненный. К концу особенно разошлись. Посмотрите через наш Telegram или через наш второй канал Crypto Commons 2.0. У нас есть второй канал. На нем мы делаем переводы зарубежной аналитики, не только. В общем, подпишитесь на него тоже обязательно. Ссылочка сейчас появится у вас сверху, вот там. Вот. Короче, в момент этого стрима произошел отскок. И что мы видим с вами? По биткоину мы потрогали 21500, 21570. По эфиру вообще еще круче был отскок на 1428. Самое смешное, что вот здесь вот, кто-то постил в чате, были ликвидации лонгов по 1400 на росте. Вы представляете, были ликвидации лонгов. То есть как это происходит? Какой-то хомячело, причем на 100 с чем-то миллионов долларов, залетает вот здесь вот в лонг и вот здесь его ликвидирует. Поэтому, ребята, я вам всегда говорю, не берите большие плечи. В маленьком плече, в третьем, во втором, в третьем, в пятом максимум у вас будет точно такой же профит, даже лучше, чем в 15-м. Потому что в 15-м плече у вас все будет жрать комиссия. Это классика жанра вообще. Комиссия и стоп-лоссы. Вот. Ну, итак, всех волнует, я думаю, вопрос, куда же это все идет, ребята? Куда же все это идет? И локально мы смотрим, напрашивается, конечно, какой-то корректос. Типа Барт Симпсон небольшой, да? И все, наверное, думают сейчас, что надо забирать профит. Но вы же понимаете, что также этот корректос может быть направленный наверх. Посмотрите, у нас вот здесь были коррекции. Здесь у нас уже была коррекция, направленная наверх. И сейчас у нас может быть нарисоваться коррекция, еще более направленная наверх, с последующим пробоем, когда уже все зашортят вот здесь. Поэтому эфир по 1600, а то и по 2200, это чуть ли не сегодня может произойти, в ближайшем будущем. Это мое мнение. Будем, конечно, смотреть по ситуации. Вот, соответственно, по биткоину та же самая картина. Отдаляетесь, вот, по эфиру, да, 1800-2200, как я сказал, это предыдущий уровень. По биткоину та же самая картина. Отдаляетесь и видите, что мы еще даже расти не начинали. На 5 минутках мы уже запамплены, а на 4-часовике мы все еще даже не пробили вот это вот долбанное сопротивление в 22 тысячи. Понимаете, ребята? То есть, когда мы его пробьем, тут дорога на 25-30. 25 мы пролетим вообще без масла, скорее всего, а 30 уже 30-32, это вот предыдущая зона проторговки. Понимаете, какой расклад-то? Все, на самом деле, так походу и будет. Но, естественно, есть риск того, что это все ложно, и мы сейчас пойдем вниз над минус 1500 долларов, как нефть ходила в мае 20-го. Поэтому, ребят, это рынок, риски все принимайте на себя. Не будьте идиотами, никого не слушайте. Даже свою чуйку, свой теханализ тоже ставьте под сомнение, потому что все может произойти с точностью до наоборот. Но на мой взгляд, еще раз повторюсь, здесь очевидный лонг, что на дневку мы отдаляемся, видим, что мы еще даже не начали расти. Вот. И глобально, если взглянуть на недельки, то я вам напоминаю, что вот макро Фибоначчи с коронадампа по 69 тысяч, если мы накидываем, то мы видим с вами, что мы сейчас прямо сидим на уровне 78,6. Это уже зона еще более скидочная, чем золотой карман. Вот у нас был золотой карман, мы его не удержали и спустились на 78,6. Тут как минимум отскок на золотой карман напрашивается, а это как раз те же 29-30 тысяч по битку. Плюс у нас тут с вами сетка EMA Ribbon, зеленая точка на сайфере и много-много других положительных знаков, таких как PI Cycle Top, Death Cross 20 и 100 мувингов и все остальное прочее. Ну и плюс макроситуация, макроэкономика, ребята. Все, кто говорят, что кризис — это плохо для биткоина, я вам повторяю в сотый раз.
Все, кто думают, что кризис плохо для биткоина, они просто не знают фундаментал, они не читали white paper, они тупо спекулянты, они пришли на рынок заработать и думают, что биткоин это как казино спекулятивный актив. Ребята, биткоин растет только за счет этих идиотов. Если вы посмотрите в долгую, почему, какого хрена биткоин так вырос, да только за счет этих гребаных спекулянтов, которые вот тут покупают, вот тут продают, вот тут покупают, вот тут продают, вот тут покупают, вот тут продают, вот тут покупают и вот тут... Правильно, продают. Поэтому, ребята, если вам нравится такой контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем профитролей, хорошей торговли и скоро увидимся. До следующей встречи. Пока. Прыгай!